начиная с этой недели, значительные силы учреждения задействованы на вывозе ранее сформированных куч, которые при обильном таянии будут подтапливать определенные территории, как и дворовые, так и участки улично-дорожной сети. В весенний период днем они будут подтаивать, ночью замерзать и принося тем самым значительные неудобства для наших горожан. Эту работу мы будем продолжать и далее, потому что аналогичных куч, как находится здесь на Портовой 9, в нашем городе имеется значительное количество, и работа эта будет продолжаться и далее.